Сегодня мы поговорим о влиянии атопического дерматита на риск развития рака кожи с комментарием врача-дерматолога-трихолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. Ну, тогда начнем. Влияние атопического дерматита на риск развития рака кожи. Китайские ученые пытаются выяснить, может ли атопический дерматит быть причиной рака кожи. Они опубликовали статью в журнале Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. Ранее результаты исследований на эту тему были противоречивы. Исследователи провели менделеевский рандомизационный анализ двух выборок геномных ассоциаций среди представителей европеоидной расы. Выяснилось, что атопический дерматит ассоциирован со значимо повышенным риском развития базально-клеточной карциномы и плоскоклеточного рака, но не меланомы и не актинического кератоза. Авторы работы пришли к выводу, что пациентам с атопическим дерматитом следует выполнять регулярный скрининг рака кожи. Ссылку на исследование закреплю под видео. Отправляйте пост друзьям, родным и близким, эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!